снимались? Снимают все. Я напишу вам по поводу. Плохо снимают, потому что здесь пара будет. Наполовину не видно будет. Правильно, какой захватчик все? Взял отсюда золото, кто? Выходишь. Вот такой захват берешь. Что это за захват? Объясни. При таком захвате ты должен убрать его руку и сделать через плечо. Вот так, как я сказал, вот так должен стоять. Да, что ноги крестишь? Лимонаду напьешься, что ли? Что с твоими ногами? Эй! Сырбов, посмотри, скажешь ему. Крестит ноги? Yeah.
Миша, Миша, сюда, Шенберг, куда? Также, еще раз. Все как хочешь, будь внимательным, он жесткий очень. А ты должен бросить, он и стойкий остался. И так же и ты. Хочу. Падение старайтесь бросать, чтобы они не травмировали. А ты не расслабляйся, Андрей, он может сверху броситься. Прови можно до конца. Ниже руку. Ниже руку опускай. Уже надо делать бросок. Наверное, сюда, и потом надо разворачиваться, наверное, сюда. Хорошо, вот тут стоп, стоечку. Но, вот. Yeah.
ничего не сделать. Ну, ты купил. А вот эти попадаешь, например, вдруг туда финишу. А ты просто посадишь туда просто. Если еще раз проверить. Да, ты тоже. Или нет? Чуть-чуть подъем упал.
Вот ты должен где держать. Вот. И рука не прямая, это вот здесь рука должна быть. Смотри. Если я беру за вторую. Держи. Вот если у меня рука так, я проиграл. Вот ты должен держать. Видишь, вот. Вот. И отсюда ты можешь работать. Отсюда, сюда, сюда. А у тебя рука вот эта прямая. Для того, чтобы тебя не бросили, ты вот так стоишь. Почему? С одной рукой выпрямь. И это вот плечо. Вот держи его одной левой рукой. Только левой, правой не давай. Да, и только подсечку делаешь. Левой ногой. Если нога впереди, то... Стоп, нет, нет, нет. Сошел ли?
и выведение ему. Захват сорвал, взял, сорвал, взял. Да, просто чтобы не травмировался. Двумя руками стараюсь. Чтобы он сказал, все, Влад, я сдох. О, снова через грудь. Есть, стоп, вот это. Yes.
Шендлер работал там. Молодцы. Он умеет хорошо плавать. Да, вот вам спасибо, коллега. Коля, что он тебя мочить будет? Вот. Вот так. И почаще. Дал захват и мне. Делай бедро, бедро. Пять раз его должен бросить. И делай, где моя палка, бить буду. Давай делай. Руку снизу к себе подтяни и делай. А руку не отпускай, чтобы он не ударил. Давай, видишь, он уже умирает. Вот пусть умрет. У меня крестик есть, у меня там 30 крестиков. Давай, давай, Макс, 3 за 2. Так, я не понял, что ты ему даешь за хват? А ты пояс, блин, как дай ему бросок сзади, переднюю. О, вот так. Еще 3 раза. Блин, где моя палка, сейчас бить буду. Ходи сбоку, делай удержание, так тяжело будет. Куда то раз, раз. Вот ты ранил, блин. Ты бросаешь, что руку отпускаешь, что убьет. Смеешься. Он на голову будет падать. Он то учиться плохо будет. А ну да, покажи этому мешку, блин. Руку повыше туда, к поясу, да. К поясу, туда, взял под пояс. Еще один раз. Хорошо, хорошо, хорошо. Хорошо, молодец. Жопа Новый год. Смотри, не пукни, да. Делал болевой, попался на удержание. Знаешь, стой. Стоп, 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 стоп. Ноги прямые. Дальше руками, ноги прямые. Здесь же нужно за счет ног. Взял отсюда захват. Ряд. А вон ногу переставил. Другую. Вот он защищается. Раз ему назад. Все. Иди сюда. Дайте мне чуть-чуть сюда. Смотри. Ха! Движение как-то сложно. И так как представишь, он подворачивается. А нужно сказать. Ха! Видишь, как быстро нужно делать? То есть показать подсечку, подсечку. Ха! Да? А теперь защищайся. Хоп! Вот эту ногу вперед. Защита. Хоп! Вот так. Хоп! Видишь, и сюда.
что такое? Вот это что такое? Вот это что такое? Мне что, Facebook надо выставить, чтобы ты посмотрел и сказал, блин, Сергей Анатольевич, что ты делаешь? Покажи ему деньги. Посмотри. Посмотри, где рука, что ты ее пытаешь? Копия, да, и вот, да, вот. Сэр, блин, ты уже вот с таких лет тренируешь. Вот с таких. У меня есть даже видео. Забой не веду, попишите, речевом.рд. И там тысячи видео. Выбирай. Thank you.
Да у меня уже чемпионы будут. Уже пацаны же нормальные вроде. Но каникулы. Как только...